Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой влог. Всем доброе-доброе утро, всем хорошего начала дня, позитива и настроения. Начинаю свой день с каши. Такая вот кашка, там еще ягодки и изюм. С кофе добавлю сливки. Заварила тут сразу же чай, вот такой вот от Тянды, это чай женской программы. С дудником китайским и боровой маткой. Он удобный, фильтр в пакетах. И потом подостынет, потом его попозже, после завтрака выпью. Уже коллаген с утра выпила. Ну и тут у меня гора. А что-то все-таки дети меня один за другим болея все-таки заразили. Ну что, я вот допила бат пиолень. Все, закончился. Это у нас в пустые баночки отправляется. Вместо этой биологически активной добавки буду пить фусин. Как раз таки для сил, для энергии. Есть еще БАД Шоусин. Там коэнзим Q10 и кверцетин находится. Вот бы его бы даже бы сейчас было бы лучше. Буду фусин пить. Значит, допиваю БАД Геропролайн. Вот до сосудов, капилляров. Значит, памяти головного мозга. Допиваю, значит, попью после него виноградную косточку. Вот есть у меня. Дальше. Таурин для глаз, аминокислота, которая необходима организму, также для головного мозга, сосудов, капилляров, зрения, мочеполовой системы я пью. Тут у меня допитая банка чаги мной и Насти. Все в пустые банки. Допивается банка и достала новую. Значит, чага имумио, осоронний черноплодный, такого тоже противовирусного действия для восстановления, в общем-то, иммунитета. Вот это пьем. Продолжаю пить программу по здоровью. Здесь у нас грецкий орех. Это антипаразитарное действие и расторопшая с рибофлавином поддержка печени. Вот такие вот БАДы допиваю в программе. Ну что еще? Спрей для полости носа. Гигиенический спрей, в общем, не отлично помогает. И отек снимает, и какую-то заложенность, убивает бактерии. Вот. И сейчас еще вышел в новом таком формате спрей для полости рта, но я вот еще доиспользую серию Доктор Тайга. Фитроспрей с прополисом для полости рта, вот этот вот с предыдущей версии. Это у меня все БАДы от компании Тянды. Все ссылочки в инфобоксе оставляю под видео, по которой вы сможете пройти, зарегистрироваться, попасть ко мне в первую линию. Если вас интересует доход, классные продукты по здоровью для решения вопроса, все у нас тут есть. Что еще я пью? Вот такой вот витамин С. Хотя я лучше как-то люблю, мне кажется, эффективнее 1000 мг, но вот у меня есть такой вот 900 мг. Вот, в общем, вот его. Так, ну что, у меня тут склад такой, надеюсь, вы не запутались, но самое главное, я не запуталась, что у меня тут для чего. Вот, и, в общем-то, что-то уже заканчивается, что-то новенькое вот открывается, и вот как-то так. На ночь детокс пластыря и, в общем-то, полоскание рта, полости рта с алунитом. Ну и, в общем, все отлично. Так что у меня тут гора вкусняшек, полезняшек. Будем, в общем, завтракать, добавлять. Что-то захотелось. Кофе со сливками, я редко пью со сливками, что-то захотелось. И, в общем-то, кашку. Может быть, еще печенье поем, не знаю. Ну, что-нибудь точно поем, 100%. У меня еще много, кстати, сегодня дел, поэтому болеть абсолютно некогда. Вчера я пропустила тренировку по бегу. Ну, как-то, в общем, вот так. В общем, стол, полон стол, как говорится, полный стол. Вот, завтракаем, начинаем свой день, приходим в порядок, под глазами у меня патчи, на лице маска, и, в общем, все замечательно, кашка уже подостыла, все хорошо,
общем, буду завтракать друзьям. И смотреть, знаете, сериальчик. Посоветовали мне сериал «Девушка за стеклом». Да, действительно, 30 серий первых такого трешачка интересного. Такой темы еще видео не встречала в сериалах турецких. В общем-то, это что-то другое, совсем новенькое. Да. Так что посмотрите, кто в поиске нового сериала «Девушка за стеклом». Девчонки, знаете, что хотела сказать? У нас же на канале сейчас идут влогмарты, и поэтому плавно уже есть отправленные посылки мне, уже мной отправленные вам посылки. И те участницы, кто еще уже написали заявки и, в общем-то, но у вас есть все-таки какие-то пожелания, у нас вообще это все было без заявленной какой-либо там тематики, ничего не оговорено, то есть никакой нет направленности в плане того, что, ну, в общем, как говорится, ничего. Но, вы знаете, если все-таки вам хочется получить какой-то сувенир, значит, из Магнитогорска, я не знаю, потому что, вот, допустим, жду я посылочку из Мурманска, вам скажу. И пожелания все-таки я скажу вам, ну, я принимаю пожелания. Потому что если вам хочется получить какой-то там, я не знаю, собираете вы там магниты, допустим, я не знаю, с тематикой там какие-то там колокольчики, что еще такое бывает, ну, какие-то такие виде чайничка, там, подставочки для, значит, чайных пакетиков, и вот именно с тематикой вот города. Если вас такое интересует и у вас есть такое пожелание, обязательно мне пишите, когда вы отправили мне, значит, посылку, написали мне трек-номер, написали свой адрес, и если у вас есть такое пожелание, что что-то вы хотите такое тематичное получить, может быть, ну, не знаю, ну, вы понимаете, то пожелания ваши я принимаю обязательно, потому что я же не знаю, что вообще вы там собираете, коллекционируете, чем интересуетесь, поэтому мне это очень сложно. Вам как-то проще, вы смотрите мои видео, видите какие-то покупки, там еще что-то, вам, думаю, в этом плане проще. Потому что если есть такое пожелание, я самое главное, что... Вот посылочка мне идет из Мурманска, и было такое пожелание, что хочется, в общем-то, магнит из Магнитогорска. Я написала «Ок, без проблем», и потом занялась этим вопросом. Такая думаю, а где же у нас в городе продается все вот такое вот тематическое? Ну, когда ты чем-то озадачился, ты обязательно, мне кажется, решишь эту задачу 100%. Я теперь знаю, где у нас в городе это продается. И я, в общем-то, все уже купила. Так что магнит из Магнитогорска в Мурманске будет 100%. Вот. Что я вам хотела самое главное сказать. Так что не стесняйтесь, если у вас есть какие-то вот такие вот, ну, хочушки, пожелания, я их обязательно принимаю. Вот, самое главное, что я вам хотела сказать, это самое важное. Сегодня выбралась по делам. Много уже, кстати, порешала вопросов. Была, кстати, на почте, отправила посылочку по влогмарту. Значит, Ростов-на-Дону и в Мурманск. Так что, девчонки, ждите. Все знают, кто ждет посылок. Пришло мне еще сообщение. Уже с Московской области буду ждать посылочку, так что плавно буду на канале выходить распаковки посылочек по влогмарту для создания настроения. Вот, еще мне нужно в одно место там через весь город проехать, в общем-то, кое-какие документы забрать, съездить, и думаю, что на сегодня будут все дела, надеюсь, которые запланированы, решенными. Планировала сначала такой один маршрут, а в общем распланировалась все немножко по-другому. Вот, грею пока тут машину. Какие у меня тут, смотрите, из Архангельска валеночки, тоже подарочек по влогмасу. Теперь у нас влогмарты для создания настроения к 8 марта.
никакой оговоренной тематики нет, но, как я вам и сказала, если у вас есть все-таки какие-то пожелания, принимаю, если вы хотите какой-то там с тематикой сувенирной именно с нашего города, там магнит, я не знаю, там, но что-то такое, что вы собираете, тематичное, то, в принципе, такие пожелания рассматриваются. Я знаю, где это у нас продается, где это можно найти. Ну вот как-то так. В общем, погода, так скажем, что-то не очень, как-то холодно прям, зябко, холодно и морозно. Я, в общем-то, тут еще мне надо заехать, отдать заказики. А в заказиках фруктовый чай «Энергия очищения» от компании Тиандэн. Очень классный такой чаек, пьется в детокс-программе, вообще он вечером. Здесь классный очень такой состав. Здесь фруктовый чай мелкого помола, фитнес-энергия, вот так вот выглядит. Все ссылочки я вообще всегда оставляю в инфобоксе под видео на компанию Тиандэ, по которой вы сможете пройти, зарегистрироваться, попасть ко мне в первую линию. Значит, здесь у нас фруктовый чай широким спектром действия, порадует ярким пряным вкусом, насыщенным цветом. Входящий в его состав пряности способствует очищению организма от паразитов и продуктов их жизнедеятельности. Результат употребления напитка – укрепление иммунитета, высокий жизненный тонус и красивая чистая кожа. Значит, заваривается вечером, он рассыпной, пол чайной ложечки на стакан горячей воды, настаивается 5-10 минут и потом готов к употреблению. В составе здесь шиповник, сахар, барбарис, каркаде, имбирь, нони, корица, кардамон и гвоздика. Состав очень хороший, поэтому чаек прям такой очень-очень классный, пользуется спросом. И вот мне тоже еще нужно по дороге все это завести. Очень-очень просят, очень востребованным продуктом, я такой люблю. Вот такие вот планы у нас с вами. Так, уже руль согрелся. Можно уже ехать. Так, в принципе, да. Это называется, когда выбрался. И все распланировал одно за одним, чтобы все, в общем-то, успеть везде побывать. Сейчас по дороге, пока ездила по делам, там заезжала еще в кулинарию Ивана. Купила какие-то творожные такие с фруктами корзиночки. Наверное, вкусные. В кулинарии мне это знакомо. В Ленинском районе у нас в городе что-то интересное всегда такое пекут. Я кое-что еще покупала, но уже по дороге съела вкусняшку. А корзиночки доехали до дома благополучно. Спасибо, что вы этот день провели вместе со мной. Я вас обнимаю очень крепко, целую, говорю до новых встреч на моем канале.